Добро пожаловать на канал «Готовим вкусно в Турции». В этом выпуске мы предлагаем вам посмотреть рецепт праздничного торта со шпинатом и ананасами. Да-да, шпинат, вы не ошиблись. Полезное тоже может быть сладким и очень вкусным. Я много раз убеждалась, что этот легкий нежный десерт может быть ярким украшением праздничного стола. Его крем очень напоминает вкус молочного пломбира из детства. Невероятно вкусно и ярко. Можно добавлять разнообразные фрукты и виды желе. Клубника, киви, бананы, даже манго. Все зависит от вашей фантазии и предпочтений. Желаю всем приятного просмотра и прекрасного настроения. Живите вкусно!